Ну, в общем, ошибался я, когда показывал, что водопад Ученсу, там зеленая такая точка внизу. Мы немножко от него шли левее, спустились и вдоль забора сейчас следуем не в правую сторону, как я думал, как я предполагал, а в левую сторону. Уже где-то совсем немножко нам осталось. В это, конечно, хочется верить, что совсем немножко нам осталось. Потому что, когда последний раз чтобы в треке было 2 минуты, уже прошло 10 минут с того момента. Свершилось, друзья. Не прошло и 2,5 часа, а точнее, сейчас 16:28, 2 часа 28 минут, плюс-минус там на погрешность. Мы уже слышим водопад, слышим, как говорит жена, но не видим его, ничего. Тут остались какие-то считанные метры. Наконец-то мы уже подходим к этому прекрасному месту горы Ай-Петри, Крыма и Ялты. Речка. Вот такая вот горная речка тут течет. Май месяц, она немножко пересохла. Здесь хорошие месяца для посещения. Это сентябрь, октябрь, ноябрь. И где-то март, конец апреля. А мы все-таки вернулись на то место, на тот самый мост, движение, с которого мы начинали. И перешли на мост, где течет речка. А это оказалось не то место водопада Ученсу, на которое мы рассчитывали. Поэтому нам пришлось сделать крюк назад, подняться снова в горку и все-таки вернуться правильно в правую сторону, там, где я показывал первый раз. Где сверху было видно там зеленый забор, или не помню, что такое там стоит. Так что теперь мы потеряли 15 минут и все равно возвращаемся на сам водопад Ученсу. Сегодня мы поднялись по Карийской тропе, поднялись дальше на самой Петринское плато по Мисхорской тропе, поднялись на известные Ай-Петринские зубцы, пошли вниз к водопаду Ученсу, увидели много чего интересного. Так что я считаю, сегодняшний день, можно сказать, был у нас насыщенным и все плавно выполнили. Спасибо, ребята, кто смотрел это видео, поставьте лайк. Подпишитесь на канал.